новый день, как маленькое чудо, и он удачу непременно принесет. И помни, счастье прячется повсюду, лишь позови, оно тебя найдет. Всем привет, хорошего настроения, хорошего дня. Будем говорить о праздниках, знаменательных событиях на 5 октября. Поехали! Всемирный день учителя, день образования Республики Адыгея, день работников уголовного розыска России, день Республики в Португалии, день армии в Индонезии, день независимости в Болгарии и день спорта в Лесото. Есть еще необычные праздники. День напутствий улетающим птицам. А в народном календаре Иона и Фока листопадная. Именины в этот день отмечают Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Федор и Петр. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику. В 1632 году основан город Якутск. В 1782 году впервые исполнена комедия Дениса фон Визена «Недерсель». В 1793 году во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь. В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет». В 1906 году английский парикмахер Карл Неслер демонстрирует в Лондоне первую завивку волос. В 1908 году официальное открытие кабаре актеров Московского художественного театра «Летучая мышь». В 1916 году генерал Деникин награжден георгиевским оружием с бриллиантами. В 1918 году постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск. В 1930 году вышел в свет первый номер «Московские новости» на английском языке. В 1948 году день образования Международного союза охраны природы. В 1969 году на каналах BBC прошло первое представление летающего цирка «Монти Пайтон». В 1991 году СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. И в 1998 году самым длинным в мире батончиком шоколада признан шоколад Кэдбери длиной 2715 мм. И весом 1101 грамм. И родились в этот день, в 1713 году, Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик. В 1829 году Честер Аллен Артур, 21-й президент США, государственный и политический деятель. В 1863 году Евгений Трубецкой, русский философ, публицист, правовед, общественный деятель. В 1864 году Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии. В 1904 году Федор Углов, советский и российский хирург, академик, общественный деятель. В 1930 году Павел Попович, советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В 1936 году Вацлав Гавел, чешский писатель, государственный деятель, первый президент Чехии. В 1943 году Инна Чурикова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1944 году Александр Михайлов, советский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. В 1951 году Боб Гелдов, ирландский музыкант, композитор, актер, общественный деятель. В 1958 году Брент Уорд,
Джет, американский космонавт, полковник ВМС США. И в 1975 году Кейт Уинслет, английская актриса театра и кино. Пусть в жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты. На сегодня все. Спасибо, что вы нас посмотрели. Всем хорошего настроения. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем пока!